Элла Горбушкина в поликлинике – нечастый гость, но и редкие визиты сюда старается сделать продуктивными. Оформлять медицинский полис нового образца – электронный. Мой бумажный старый полис, к сожалению, уже приходит в негодность, и я решила поменять его на новый полис электронный медицинского страхования. И теперь в поликлинике тоже буду пользоваться новым полисом. Пластик надежнее бумаги, он не мнется, данные не стираются. В 6-й поликлинике к нововведениям уже готовы, устанавливают специальные считывающие устройства для оформления талонов к врачу. Новый полис представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом. Небольшой кусочек металла содержит все нужные данные – фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, срок действия документа. Полис выдается всем, начиная с рождения. До 14 лет он будет без фотографии, а уже начиная с 14 лет будет идентификация пациента, фотография, его личная подпись. Фотографию делают при оформлении документов прямо в страховой. Срочно всем менять полис не нужно. Новый надо оформлять, если документ испортился, стал нечитабельным, изменились персональные данные. Пластиковая карта готовится 30 дней. На этот период пациентам выдают временный полис. Электронные полисы в Самарском регионе начали оформлять с 1 мая. Пока пластиковых карт выдали немного, примерно 600 штук. Да и нет необходимости в массовой замене документов. Технология будет внедряться постепенно, а полисы старого образца продолжают действовать. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.